Здорово, здорово. Так-то нет. Нет. Да, отвык уже. Нормально. Да, у меня нормально все. Только у нас там этот, там забастовку у нас, там нам же сказали своим ходом до этого ехать. До Белгородской области сказали своим ходом там за свой счет ехать. И 30 числа мы должны быть там в деревне какой-то Белгородской области. И все там, короче, забастовали. Мы, говорит, не поедем. Мы, говорит, ночью поедем и сядем там, будем сидеть, ждать, пока нас не вывезут, короче. А потом штурм всех, да? Ну, вообще пешком пошли, да? Мы как стали там в этом. Ладно, позвоните потом как-нибудь.